На погоду на территории Акмолинской области влияет арктический антициклон. Сохраняется ясная и морозная погода. В связи с понижением температуры воздуха до минус 30 градусов, 19 февраля учащиеся первой смены первых 11 классов школ 17 районов и 3 городов перешли на дистанционный формат обучения. Также переходят на дистанционку учащиеся второй смены города Кокшетау, Аршалынского, Астраханского, Биржансал, Буландынского, Есильского и Жаркаинского районов по причине понижения температуры воздуха до минус 27 градусов. В Бурабайском районе удаленно учатся школьники с 1 по 7 класс, дома остаются ученики начальной школы в Окольском, Жаксынском, Шортандинском районах и Степногорске. Подобные погодные условия сохранятся в течение недели. Температурный фон без существенных изменений. Ночные часы 33-38, местами 25-30 градусов мороза. Днем 20-25, местами 17 градусов мороза. Уже к концу недели ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Ночные часы 25-30 градусов мороза. Днем 15-20, местами 12 градусов мороза.